мы будем стоять ровно через год, смотреть назад и говорить, что не количеством Бог нам дал это, но качеством. Я говорю еще раз, мы стоим перед великим излиянием Духа Святого. Для кого-то это время жатвы, для кого-то это время суда. Я выбираю, не потому что я выбираю, но потому что Бог обещал мне, я Его дитя, я Его слуга. Я выбираю жатву от Господа Бога и Папы моего. Я говорю, что через год мы встанем, и мы скажем, откуда ты знал, пастор Орен, откуда ты знала, Барбара, откуда ты знал, Ури, откуда ты знала, Элла. Это Бог открыл нам, потому что когда придет Дух Святой, Он возвестит вам будущее. Мы встанем через год, и мы посмотрим назад, и мы скажем, слава тебе, Господь, верен обещавший. Я пророчествую всем соработникам, партнерам, братьям, сестрам, всем нашим общинам по всему лицу земли, что Бог приготовил излияние Духа, которого мы еще не знали. Я говорю Бешем Иешуа Машиах, несмотря на это время и на то, что нам пытаются принести, Господь говорит, я сделаю несравненно больше всего, чего вы просите или о чем помышляете, того, что я обещал в этом слове. Я сделаю, говорит Господь, потому что я иду, чтобы избавить народ мой Яков. Я иду, чтобы спасти Израиля. Я, говорит Господь, и вот завет мой между мною и тобою. Ходи предо мной и будь непорочен, и я весьма-весьма размножу и распространю тебя. Так говорит Господь, приходит время, когда я отвечу на молитвы, ибо чаши наполнены, и ангелы положили их предо мной. И мой огонь идет на эту землю, мой огонь идет в этот мир, мой огонь идет для того, чтобы расплавить некоторых из вас и дать вам силу, а для некоторых этот огонь станет благословением и той силой, о которой я говорил и обещал, потому что вы ожидали пробуждения. И несмотря на это время, когда страны закрываются, открываются, открываются, закрываются, экономики рушатся, несмотря на то, что многие люди умирают сегодня от всяких болезней, я говорю вам, если вы будете слушать Слово Мое, если вы будете принимать Его и воздавать мне благодарение и славу, то вы увидите мою славу на земле, ибо я приготовил вас, говорит Господь, для того, чтобы моя слава излилась через вас. Я никогда ничего не делаю сам, я всегда ищу тебя, говорит Господь, я ищу человека на земле, и поэтому я сказал, кто пойдет за нас и кого послать нам. Исаия, мой пророк, сказал, вот он я, пошли меня. И если ты готов, то через год ты встанешь и скажешь, о, пастор Орен, как ты знал об этом? Но я говорю тебе, что приходит время, когда все, что было невозможно, становится возможным. Благодать умножится на твоей жизни. И ты скажешь, благодарю тебя, ибо верен обещавший.